тебя пройду. Раз, как же. Что такое? Получилось. Понятно, что эта штука нужна все-таки. Как мне что, но... Почти смог скрыться. Надо на самый краешек вставать. Я понял. Я максимально не успеваю. Так, вот это... Иранский челик тоже. А мы... У нас почти получилось, если бы нет... Тюленчики, которые нас любят. Видите, какие они милые, милахи. Четыреста попыток, пятый уровень. Эх, тюленчики, вот бы я не падал. Ради вас. Хорошо? Я постоянно на эту ловушку натыкаюсь, потому что это сложно. Надо было чуть-чуть подальше встать. Я даже разработал идеальную тактику. Упал. А-а-а, надо рекламку поставить. Это вообще что было сейчас? Какой-то прыжок, вершок, переворошок, горшок, гусшок. Нет, мячик, вернись. Ловушка на ловушке. Но это не ловушка, она еще и... Для прохождения, оказывается, штука нужна. Тук-тук-тук-тук-тук. Эти мы уже на своем опыте проверили. А надо еще дальше. О, я еще и другую тактику нашел. Прикольно. Прыгнуть при том, что я с телефона, так можно и сразу же проходить. Эти вообще, они же не... А, так по ним надо прыгать, а они внизу были невидимые. Понятно, текстурки забыли нарисовать, просто забыли придать значение какое-то в этом мире для этих платформ. Хоп, надо отпрыгивать. Хоп, и на зеленую. Хоп. Я в голове представил, как это будет. Так надо перепрыгивать ломающуюся на ту, которая съезжает вниз, и вот тогда уже прыгать. А-а-а!
немного легче. Хоп, 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 хоп. Весь мир превращается в вот такие вот штуки. Марёк. Я котик. Марёк-кот. Марио появился. Если бы у Марио... Если у Марио появится кот. Аллилуйя! И что мне с этим анимашником делать? Да, есть все. Прошли дальше. Тут какой-то новый вид. Летающий гумба. Текстурки слишком классные, ребят. А давайте погрузимся в трубу. Знаем, что там. Слетим мы опять. Это царство анимешников было. Было прикольно. Опана, опана, так. Ну, в принципе, мы пережили. Ух ты! Пружинка. Он что-то делает классное. Это правда. Он делает что-то классное. Понятно все. Там, как всегда, был наш любимый. Он даже нас не докинул. Уродец. Да. А, по ним еще и можно прыгать. Замечательно. То есть их можно пить. А, на этом я заканчиваю ролик. Всем покедова. Покедова. Будем сейчас пытаться. Для тех, кто не ушел на другой мой ролик. Но посмотрите обязательно другие. Только попробуем пройти до 9 минут. Это мой лимит. Хотя, всем покеда.